Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте продолжать. Начинаем ровно с того же места, где мы остановились с вами в прошлой серии. Так, давайте изучать. Пластик. Не, давайте, наверное, я на всякие пожарные просто воды с собой возьму побольше, из-за того, что я как бы не рассчитывал на то, что здесь мы не сможем в открытый космос летать. И водичка нам нужна будет в любом случае. Инвентарь полон. Чтобы его выкинуть. Мне аптечка не нужна. Ладно. Если что, потом побегаем, пособираем это все. Батарейка, аптечка. Где тут 100 метров? А где еще у нас был? Погоди. Вот эти, да? Сканировать. Очень интересно. Эти камеры не так уж и просты по своему устройству. И если бы было больше информации, я бы мог составить полезную схему для Нормандии. Получили схему охлаждения. Водичка больше не поместится. Этот булыжник могли бы назвать в вашу честь. Смотрите, сколько всего он разрушил. Спасибо. Назовем булыжник Арч. Так, я так понимаю, мы сюда не пройдем, да? А нет, пройдем. Погоди. А тогда что у нас вот здесь находится? И нужно ли нам сюда? Хочу посмотреть. А нет, могу подняться. А вверх, наверное, нет, да? Ну да, наверное, я спешу. Все, тихо. Бедная же задыхается. Ладно, наверное, мы сюда и куда-то выйдем. Так, здорово. Ты кто? Резина нам не нужна. Не, нужна, конечно. Все, забрал. Это последнее, обещаю. Больше ничего не буду лутать. Прям обещаю, это последнее, блин. Так. Чип нам нужен. Угу. Теперь дилемма, чтобы его выкинуть. Чтобы тебя выкинуть бы такого. Давай, наверное, вот так вот. Есть, да? Хорошо, давай дальше изучать. Во. Гравитация отсутствует. Электроника. Нет, электроника, по-моему, больше не влезет. А не влезет. Давай смотреть. Понятия не имею, что это и как оно работает. Так, изучите это строение парк, а криокамеры, да? Хотя отсюда можно было бы попасть под купол. Блин, я застрял. Погоди. Нужно изучить. Хорошо. Давай, наверное, сейчас сюда слетаем сначала. Так, сканировать. Тихо, тихонечко. Несмотря на повреждения, в этой камере сохранился блок управления азотным клапаном. Это очень интересно. Это мы с вами изучили, хорошо. Возможно, нам туда нужно пролететь. Так, здорово. Что? Очень странные останки. Если я сделаю предположение, что гробы способны заменять трупы внутри себя на свежие тела, как батарейки, вы посчитаете меня сумасшедшим. Так, изучите строение криокамеры. А дальше я туда никак не пролечу, да? Или пролечу? Ага, вы мертвы. Ладно. Сейчас попробуем с автосохранением. Ну давай. Либо я сломал иру, либо оно так долго его подгружает. Надеюсь, игру я не сломал. Вы мертвы, товарищ. Ты снова лгать. А не, нормально. Ты здесь, а значит, не мочь умереть. Рассказывать правду. Подтверждать. Так, автосохранение. Сейчас посмотрим, где у нас было последнее автосохранение. Да-да-да, оно так долго прогружается. Так что должно быть нормальным все.
Ну, игра. Спасибо. Так. Погоди, в какую сторону я бежал? По-моему, в эту, да? Металл. Да, у меня все скинуто. Ладно. А ну, давай посмотрим. Не, погоди, мы не сюда сначала. Или сюда. Ладно, давай туда сюда. А, вот оно что. Мы с вами дома, да? Ну хорошо. Давай тогда это мы все сбросим. Блин, а почему мы дома? Если мы должны были быть там. Хорошо, знаете, что сделаем? Тогда мы загрузимся. Слот сохранения. И вот, да, и вот наш инвентарь весь забитый опять же. Полностью. Знаете, что предлагаю? Предлагаю сбегать домой. Домой сбегать не могу, да? Или не сбегай домой. Просто у нас реально весь инвентарь забитый. А это мне все понадобится. Как я говорил раньше, перед этим особенно водичка. Так, давай сканировать. Эти камеры не так уж и просты по своему устройству. И если бы было больше информации, я бы мог составить полезную схему для Нормандии. Так, мы тут где-то с вами чип не пропустили. Где-то тут вроде чип должен быть лежать, который я должен забрать. Так, давай смотреть. Пластик нет. Тоже вроде нет. Будем надеяться, что покойник не сам ушел. Я тоже на это хочу надеяться. Так, где-то здесь должен быть чип у нас с вами. А точнее микросхема. Так, хорошо. Открыть. Изучить нога. Кто-то сломал камеру, переморозил усопшего, разбил его и аккуратно склеил обратно. Очень аккуратно, прямо как вы. Советую выбросить этот кусок, пока он не растаял. Выбросил. Все, не переживай, выбросили. Так, где эта микросхема была? Тело, хорошо. Этот булыжник могли бы назвать в вашу честь. Смотрите, сколько всего он разрушил. Блин, либо я что-то не понимаю, либо я его пропустил. Где же? У меня же он есть или нету? По-моему, нет. По-моему, его не взял. Но он должен был где-то быть здесь. Вряд ли мы сможем пробиться. Так, резина нет. Металл тоже вроде мне не нужен. Ага, вот оно. Да, отлично. Забрать. Тихо. И сюда открывается. Да, смотри, туда и туда открывается. Хорошо, давай здесь осмотримся. Привет. Что у тебя есть интересненького? Ничего, да? Лампочки нет. Лампочки тоже пока мне не нужны. У погибшего нет никаких патологий или внешних повреждений. Он здоровее вас. Так, это мы заберем. Давай смотреть, сканировать. Так, сканер на троечку. Потрясающе. Я не могу представить, как такое произошло, но по распределительной коробке в его руке я могу составить приблизительную схему подключения холодильной камеры. Ага, а теперь возвращаемся с вами назад. Там, где мы были, у нас две из трех схема есть. Так, мы пришли, по-моему, отсюда, да? Да, мы сейчас тут изучим. Это явно не простой парк, а вот что-то похолоднее. Вот эту вот штуку. Можно было бы попасть под купол. Несмотря на повреждение, в этой камере сохранился блок управления азотным клапаном. Это очень интересно. Давай изучать. Погружить, поверните вентиль А02 вправо до упора.
затем три вентиля азотной редукции. Клапан B6 влево на 30 градусов. Не забудьте сбросить давление в клапан. Ну или так. Ладно, пора проверить купол. Так. Все. Можем лететь. Тихонечко. Модуль управления системой охлаждения должен быть где-то здесь. Мы ищем такую... коробку или даже ящик. Нет. Наверное, компьютер. Или комнату. Или, может, блок данных. Или бочку с кнопкой. Я не до конца изучил матчасть. Секунду. На этой мозаике же... Так вот, почему лицо вашего родственника было мне так знакомо. Гениальный инженер. Один из создателей ядра. Отец искусственного интеллекта. Это он. Удивительно. Вы точно неприемный? Возможно. Так, погоди, давайте изучим здесь, посмотрим. Просто у нас вон еще что-то есть. И здесь по-любому какие-то схемы должны быть. Команда была убита незадолго до крушения. Им даже нечем было защищаться. Надеюсь, на нас не нападет эта штука. А, вот эти вот баночки мне нужны, они очень редкие, так что я их заберу в любом случае. У нас есть два свободных места. Как я заметил, для гибели человеку достаточно получить одно попадание в любую часть тела, а вот гробы погибают только при повреждении определенных точек на голове и животе. Все, полетели. Блин, какая локация большая. Это тоже мне, наверное, пособирать бы нужно было, но уже нету куда. А возвращаться назад? О, больно, наверное. Наверное. Конечно, не уверен, но, наверное, да. Так, все, полетели. Блин. По некоторым обрывкам данных, я предполагаю, что здесь находится рабочий кабинет вашего деда и его команды. Вы знали, что он должен был лететь? Не знал. Так, взять, это проволока. Ладно, давай одну штучку возьмем. Ага, зайти. Требуется пропуск сотрудника. Интересно, лом подойдет или нужно обыскивать трупы? Так, лом подойдет, либо нужно обыскивать трупы. Хорошо, давай. Наверное, придется обыскать пару трупов, да? У тебя есть? Не, у тебя нету. Блин, игра, пусть будет у кого-то из них. Не хотелось бы тут летать долго. И тут нету. А все, а больше здесь никого. Если не ошибаюсь, больше здесь никого. Где мне найти? Но он сказал, лом подойдет, либо нужно обыскивать трупы. Ага, это что здесь? Ничего интересного. Уверен? Давай посмотрим. Ничего не вижу, так же самое, как и вы. Знаю, сейчас мы с этой жижи вылетим. Конечно, на это надеюсь. Так, ну это мы изучили. Хорошо, давай пройдемся. Ничего интересного. Ничего интересного, да? А здесь? Обнаружены уплотнения. Угу. Блин, у меня на корабле есть прибор, который изучает это все. Он мне не нужен здесь будет, случайно? А, не нужен будет. Все, взять, да? Взять в инвентарь я не могу, потому что вот так вот. Погибший есть в списках команды лайнера. Я проверил. Не знаю зачем. Все, давай возвращаться. Опять же, наверное, надо будет, знаете, что без записи походить и пофармить это все. Возможно, посмотрим. Хорошо, что нужен всего лишь пропуск с трупа, а не сам труп. Ну да, согласен. Судя по всему, ваш дед должен был лететь как член экипажа и следить за состоянием ядра. Жаль, что мне не довелось с ним пообщаться.
Побежали. Так, у тебя нет ничего интересного, хорошо. Сколько же здесь всего интересного. Вся техника уничтожена. При этом кто-то забрал все блоки данных. Так, мы выбросим с вами, наверное, пластик, да? Или бы титан. Давай, наверное, титан. Во. Здесь изучить ничего нельзя. Здесь вроде тоже. Эту штуку возьмем. Здесь явно кто-то покопался. Интересно, что они искали. Не знаю, давай на всякий пожарный случай мы с вами бластер поставим. Сюда. Так, что здесь у нас? Кстати, ткань. А мне ткань нужна, мне ткани мало. Мне нужна ткань. А для этого мне нужно, значит, выкинуть с вами металл. Металл я с собой захватил. Да, металла у нас много. А вот ткани мало. Скорее всего, отсюда осуществлялся удаленный контроль ядро Фрейда. Но кто-то все разбил. Так, забрать. Ага, не буду отвлекать. Мужчина занят. Так, фотки. Что требуется ремонтный инструмент? Инвентарь полон, хорошо. Магнит мне нужен, пластик вроде у меня есть. Давай две штучки уберем. Все, фильтрация система, бутылка, изучить. Это мне не нужно. Мне знаете, что интересно? А смогу ли я здесь себе на базе когда-то выращивать какие-то... Думаю, модуль где-то здесь. Овощи, либо фрукты, либо нет. Вот же он, модуль управления. Я же говорил, что он похож на это. Ну да, согласен. На это как раз оно и похоже. Давай использовать. Либо модуль сломан, либо у нас нет доступа. В любом случае, мне необходимы лишь внутренние схемы, поэтому предлагаю воспользоваться ломом. Угу. Так, сломать ломик. Отлично. Не знаю, хватит нам ли этого ломика. По идее, должна. Прочность у нас 53 с вами. Есть. Блин, придется, наверное, возвращаться назад к кораблю, а потом сюда обратно. Что-то мне кажется, нам ломик этого не хватит. Знал бы, сделал бы еще один. Хотя можно бы, знаете, что сделать? Бесконечно себе ломик там. Там 999 ударов он может выдержать, этот ломик. Но нам для него понадобился, по-моему, вот эта вот жидкость. Плазма. Вот из-за чего я ее себе ее и оставил. Так, да, наверное, не хватит нам. Шикарно. И... Угу. Да, сейчас придется бежать обратно, ребята. Делать себе, наверное, все-таки бесконечный ломик и как раз выгружать все, что у нас осталось. Да. Побежали обратно. А смогу ли я по-быстрому это все сделать, либо не смогу? О, как раз заодно освободим инвентарь. Я смогу это все долутать. Не, погоди, это не туда. Главное сейчас не заблудиться, потому что я себя знаю. Вот сюда. Так, назад. Водичку не могу, хорошо. Блин, ну это далеко гостенько лететь сейчас. А по-другому никак. Другому вообще никак. Увы. Так, теперь, по-моему, вот сюда, да? И отсюда мы вроде здесь с вами пришли. Так, да, отсюда мы с вами и пришли как раз. Все, значит, нужно будет сейчас срезать налево.
бегим, бегим, бегим. Ну? Не туда? Блин, столько коридоров, что реально могу заблудиться. Мяу, тоже не сюда, хорошо. Все, ребят, я уже заблудился. Кажется, я уже заблудился. Ага, вот где. Так, давай мы посмотрим, что нам нужно для ломика. Это, во-первых, снаряжение. С вами есть предметы новые? Давай смотреть. Охлаждающий блок, хорошо. Навигатор. Так. Навигационный чип. Вот это вот, да, навигационный чип? Нам нужно 4 штучки, у нас всего лишь их 2. Понял, принял. Давай тогда эту баночку уберем. Это мы тоже уберем. Нужно будет таких 4 штуки. Так, погоди. Что мне нужно для бесконечной лом? Пластик 4, проволока 4, титан 4. Пластик, титан. Раз, два, три. Проволока 4, да, по-моему, тоже. Угу, титан. Пластик. Что еще? Так, и проволока 4. Раз, два, три, 4. Хорошо. И нужно будет, наверное, с вами сделать еще один чемодан. Сложить все это в чемоданчик. Во. Шикарно. Шикарно. Что мне для этого нужно? Мне для этого нужен металл очищенный, которого, к сожалению, у меня, походу, нету, да? Просто не хочется тратить свои запасы металла. Так, погоди. Ладно, придется тратить, значит, металл. Я так понял. Потому что это ж надо куда-то все выложить, правильно? Давай забираем. Тут же ж тебя нету, ничего. Металла тут нету. Хорошо. Нам нужно 4 очищенных металла на один чемодан. Возможно, конечно, мне понадобится металл дальше, но по идее там с ним проблем не было. Мы с вами сможем еще его налутать. Так, очищенный металл, блин, падла. Вот, хорошо. Поехали. Так, объекты, чемодан. Все, шикарно. Хотя, мне сколько чемоданов не дай, все равно будет маловато. Давай, вот это вот мы все сложим. Бластер тоже, аптечка не нужна. Это, наверное, тоже мы с вами сложим. Что еще у нас? Дрель 16, дрель 3, щуп 15, 8, прочность. Не знаю, нужно ли нам будет еще что-то с вами чинить. Давай, наверное, мы секатор выложим, больше места будет. Давай делаем вот так вот и... Нужно будет с вами сохраниться, это во-первых. Все. А во-вторых, не забыть, что нам нужны будут вот такие вот с вами чипы. Еще 2 штуки. Так что нужно будет их попробовать отыскать. И теперь нужно найти дорогу назад. Я же взял же с собой? Да, взял. Взял. Угу, не сюда. Блин, с одной стороны, конечно, прикольно вот это вот бегать туда-сюда, но с другой реально могли бы сделать какую-то штуку телепортации. Потому что для
обычного игрока это в принципе нормально. Знаешь, побежал туда, сделал то, посмотрел это, а как для записи, то приходится мне резину пока не сбирать не буду, у меня ее за по глаза. А вот для записи не совсем это прикольная штука. Нужно либо на паузу нажимать и дальше вот это либо фармить, либо искать. Ну, либо нажимать на паузу, да, как бы крыться. Это все мне звучало. Так, где у нас здесь выход? Вот у нас этот выход. Мы что, сможем, да, пройти с вами, по-моему? Тут гравитация, по идее, должна была быть отключена. Да. Отключена, хорошо. Все, полетели. Да, отлично. Ля, я думал, это займет больше времени, если честно. Интересно, в конце мы узнаем, чем конкретно наш дед занимался, либо нет. Так, еще лучше взять и напомните металл мне собирать, потому что металл я весь потратил. Так что, если найдете здесь где-то металл, то дайте мне знать. Так, давай смотримся. Проволока, проволока, хорошо. Водичка тоже отлично. Так, ты кто, Титан? Да, да. Ты по-любому нужен. Изолента, не знаю по поводу изоленты, но у нас резины много. Ты кто? Уточка. Не, брать не будем. Уточка нам пока мест не нужна, брать не будем. Жироизолента пока мест тоже нам вроде хватает. Ладно, давай заберем. На крайняк все остальное потом выбросим. Вот металл, хорошо. Так, устройство, устройство. Что мне нужно? Мне нужно разломать. Только... Тихо, тихо. Ага, вот, сломать. Есть. Достаточно разрушений. Я составил схему охлаждающего блока. Потрогайте, как нагрелась моя плата логики. Градусов 85, не меньше. Так, потрогать плату. Бля, потрогать плату, потрогать плату. Не знаю, что и выбрать. Ладно, давай потрогаем. Знал, что вы не откажетесь. Горячая, правда? Да. Как и ядро Нормандии, которое пора остудить. Правда, у меня неприятная новость. Я выяснил, где достать рабочую жидкость для охлаждающего блока, и вам вряд ли это понравится. В любом случае, нам понадобится дрель и отсутствие морали. Дрель, три штуки есть. Прочность, три штуки. Ладно. Ай, погоди, а куда нам здесь? Вот сюда. Не знаю, надеюсь, нам ходит этой дрели, чтобы ее не бегали назад, ее опять не делали. Так, 180 метров. Меня не оставляет в покое мысль о вашем гениальном родственнике. Он явно работал здесь и проектировал многие системы лайнера. Не могла ли катастрофа произойти по причине того, что кому-то очень понадобилось его тело или данные из его кабинета? Возможно. Так, ребят, сейчас 2 секунды. Пока Мизя здесь. Я соберу сейчас металл. Он нам в любом случае пригодится. Даже если мы найдем еще сотню тысяч, но... Лишним оно не будет. Так, а прочность у нас, ля, 999 так и осталось, и не падает даже. Прикольно. Значит, точно вечный ломик у нас с вами. Мне бы еще вечную дрель сделать бы. И вечный щуп, и было вообще шикарным. Так, и нужно будет место оставить для добычи чего-то там. И знаете, что плохо? Я не нашел еще микросхемы. Две штуки. Где мне их искать? Блин, а я залутал все эти шарики. Тут больше ничего нету. Неочищенная, отработанная вода. Размораживать и пить ее я бы не рекомендовал. Давайте тоже тут осмотримся. На всякий пожарный, мало ли. Я что-то упускаю.
А такое возможно, потому что это ж игра. Щелочь есть. Давай сюда залетим. Ничего интересного. Ничего интересного, да? И здесь, по-моему, мы были. Но все равно давай посмотрим. Ага, не посмотрим. Ладно. Полетели добывать жидкость. А микросхемы, я так понял, наверное, буду без вас искать, да? Да, именно так. Рабочую жидкость у них внутри, в районе мочевого пузыря. Нам она жизненно необходима, а вот им нет. Еще один пожилой сердечник. Не завидую их похоронным скафандрам. Такой стресс. Несомненно, это рабочая жидкость. Рабочая жидкость, хорошо. Ну, давай попробуем добыть. Так, ага, у вас тоже, да, здесь есть, я смотрю. Да, я просто не знаю, сколько нам жидкости понадобится. А вот мы и сломали все. Рабочая жидкость. Так. Создать блок охлаждения, создать и установить систему фильтрации, создать и установить навигатор. Но навигатор, к сожалению, я сделать не могу. Как бы этого я не хотел, навигатор я не могу, потому что я чипы не могу найти. А мне нужно еще два чипа. Где они находятся, я даже... Даже, как говорится, в душе не знаю. Так, ты кто? Тапочек, вещдок. Ага, инвентарь полон. Хорошо. Ладно, давайте возвращаться на корабль к себе. Так, не понял. Возвращаться к себе на корабль. Попробуем, может, что-то сделать, я не знаю. Может, реально получится что-то сделать с вами. Я это надеюсь. А потом нужно будет побегать, поискать эту электронику. Давай. Открывайся. Блин, ну здесь я ж не мог ее нигде упустить. По идее, правильно? Жидкость, жидкость. Здесь тоже вроде пусто. Ага, и вот еще, да, я могу тебя добыть. Так, сверлило, да. Нужно будет сейчас с вами сделать сверло. Подобывать у них жидкости. Посмотреть, что мы можем с вами делать, что мы можем крафтить и чего не можем. И тогда уже думать, как я буду поступать дальше. Ну, то есть, либо без записи я побегаю, пофармлю это все. Попробую добыть. Или сейчас посмотрим. Так, отлично. Давай сюда. Смотреть снаряжение. Инструменты. Предметы. Объекты. Что нужно? Создать блок охлаждения. У кивишки. Давай смотреть. Предметы. Блок охлаждения. Навигатор. Охладить блок. Так, рабочая жидкость 4, да? Она всего лишь 3. Непроведящий геликс 2. Генератор. 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 Угу. Тогда знаете, что мы делаем? Мы, во-первых, где наш чемодан? Прекрасно. И вот сюда все мы с вами сейчас сложим. Так, вот так вот. И все, и место опять закончилось. И опять место закончилось. Хорошо. А здесь у нас... Тоже, да? Что это у нас? Компенсатор. Хорошо, одна штучка есть. Что мне нужно? Мне нужно посмотреть. Так, водичка. Ладно, давай тогда водичку, еду тоже мы скинем. Вот сюда вот. А эту мы съедим. Да, съели, выпили.
где ты лежишь? Ты вот тут лежишь. Хорошо. Что мне нужно, во-первых, для дрели? Инструменты. Дрель, очищенный металл, батарейка, изолента. Очищенный металл, изолента, батарейка. На батарейке я могу щелочи сделать из металла одной штучки вроде бы. Так, ресурсы вот так вот. И пойдем сейчас с вами добывать. Я предлагаю полностью все тела там добыть, чтобы у нас это все было. И чтобы мы потом сюда не возвращались. Бонжур. Бонжур, месье Металл. Ты мне нужен. Побежали. Так, где мне вот эти вот микросхемы с вами найти, по? Кто мне подскажет? Кто покажет? Давай вот сюда заглянем. Микросхемы. Вот реально, две штуки осталось найти. И, наверное, как обычно, я их буду искать очень долго и нудно. Угу, не туда. Я хоть правильно бегу? Да, правильно. Так, а тут выход. Окей. Так, резина нет, мне не нужна. Это тоже. Давай тоже тут посмотрим. Все, мне нужны челики. Так, иди сюда. Тупая травма головы. Ничего интересного. Есть. Не знаю, много ли нам этого всего понадобится. Да, кстати, я хотел исправить в этом настройках у себя сенсу управления нашим кораблем, там, где мы в космосе летали, увидели, ну, там чересчур сильно большая сенса была, я не могу. Ну, то есть максимальную сенсу я могу убрать только чисто на своем персонаже, а на корабле нету. Я не могу понять, почему. Есть, отлично. Как думаете? Остановка сенса. Обычная реакция пожилого организма на перегрузки. Как думаете, нам этого хватит, либо нет? Забрать. Давай, наверное, мы туда еще сейчас с вами сбегаем. Тихонечко. Все. Ну, пожалуйста, ну давай. Во, отлично. Сверлить. Так, мы тут добыли. Здесь мы не добыли. Только не застрянь, пожалуйста. Потому что я уже помню, у меня такое было. Я помню, лутался где-то минут 40. Добывал все, что мне нужно было, и застрял в текстуре был. И все, пришлось новое сохранение делать. По так. Останкам трудно что-то определить. Отлично, тапочки. Ну, не знаю, тапочки брать не будем. Они, думаю, нам не нужны будут. Это мы с вами заберем. Здесь у нас микросхемы нигде нету. К сожалению, нету. И здесь мы тоже не добудем, да? Ну все, мы все добыли. Я думаю, навряд ли разработчики сюда его запрятали. Хотя, зная разработчиков, они могли куда угодно его положить. Ладно. Полетели домой. О, здорово, Арчи. Тут добыли, да. Водичку отдай. Микросхемы мы изучили. Ну, вроде бы все есть. Кроме двух плат. Увы. Ну ничего, значит, придется без записи просто побегать, пока мисс будет
монтироваться вот эти вот две серии, которые я буду выпускать, то побегаю, поищу. Может, реально где-то лежит на видном месте, и я, как обычно, упускаю. Потому что бывает, иногда пересматриваешь и смотришь, что слева, к примеру, там лежит ключ, и ты такой: Арчи, блин, ну как ты мог не заметить? Так. Водичка. Отлично. Все. Можно сказать, дорогая, мы дома, да? Да. Шикарно, шикарно. А что у нас тут показывается? Так, система фильтрации. Хорошо. Так, использовать снаряжение. Что мне нужно? Охладительный блок, система фильтрации и навигатор, да? Погоди. Погоди, что мне нужно? Мне здесь нужно создать сначала систему фильтрации и навигатор, да? А блок охлаждения зачем? И куда этот блок охлаждения? Может, куда-то сюда? Ладно, хорошо, систему фильтрации давай смотреть. Так, предметы, система фильтрации. Что нам нужно? Фильтр 4. Ага. А как я фильтр сделаю вам? Генератор. Фильтр. А я же вроде же добывал фильтр, да? Так, энергетический блок, это не то. Эти штуки все мне не надо. А где же у нас фильтра? Так, гель. Гравитация. Давай гель возьмем. Фильтр. Что еще? Фильтр 4. Как он выглядит, фильтр 4? А у меня фильтра всего лишь 2. А я, наверное, не смогу сделать, да? Знаете почему? Потому что, наверное, вот тут, где у нас тут показывается, вот, вот эти вот метры. Наверное, туда и нужно лететь за этими фильтрами. Остальными. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Так, фильтры я не могу тут делать никак. К сожалению, нет, да? Инструменты. Система фильтрации, а сам фильтр. Блин, почему я не могу фильтр делать? Хорошо. Может, я что-то упускаю? Но тут фильтров явно нету. Тут нету. Модуль гравитации заберу. Здесь тоже, да? Да, здесь нету тут. Блин, а мы не сможем ничего сейчас сделать с вами. Увы, к сожалению, мы сделать не сможем. Так что нам придется сейчас лутать. Хорошо. Но смотри. Мне для фильтрации нужен фильтр 4. Фильтр вот такой вот. У меня всего лишь их 2 штуки. Это во-первых. А во-вторых, для навигации нужен чип. Какой чип? Вот такой вот чип. Где ты? Где ты, зайчик? Чип. Вот такой вот чип. А у нас тоже их всего лишь 2 штуки. Правильно понимаем? Ну а создать блок охлаждения. Блок охлаждения. Не знаю, зачем нам блок охлаждения. Где ты тут? Да, генератор. А генератор у нас делается из чего? Индуктор, генератор, проволока. Нужна проволока. Хорошо, давайте блок охлаждения создадим. Не знаю, что, конечно, это нам с вами даст. Посмотрим сейчас. Честно, не знаю, что это нам с вами даст. Хорошо. Нам же надо, да? Создать блок охлаждения. Окей, давай создадим. Должно работать. Создаем. При установке не дотрагивайтесь до оболочки ядра.
Хорошо. Блок охлаждения. Так, блок отлично. Контроля работает. Есть, да? Теперь вы хотя бы не зажаритесь внутри меня, измазав подкладку продуктами горения. Так, исследовать космос. Блин, знаете, в чем проблемка? В том, что я уверен. Так, улучшить челнок. Блок контроля. Нету, нету, да? Этого тоже. Так, дешифровать ленту. А какую ленту? Нет сигналов для расшифровки. А какую ленту? У нас есть лента какая-то? Либо нету. Вроде нету ничего такого. Хотя я помню, оставлял на той планетке. Не планетке, а конкретно на той локации какие-то штуки. Может, их сюда нужно было вставлять, как думаете? Или нет? Так, что это? Ленту дешифровать. Угу. Ладно, я думаю, наверное, эту серию мы с вами тоже закончим. Я сейчас без записи попробую побегать, посмотреть, попробую найти чип и попробую найти фильтр. Если у меня это получится сделать, то в следующей серии начнем с того, что мы сделаем с вами вот эти вот два блока. Где они? Ах, это как его, навигатор и систему фильтрации. Если не найду, а я, мне кажется, что я здесь не найду, придется лететь вот в эти места, где они на карте, вот 4000 и 5000 отсюда. Придется туда это лететь и там искать все, что нам нужно. Давай, наверное, сюда сложим все тоже, все лишнее. Потому что места у меня уже нет. Хотя вроде я уже и так все обыскал там, все, что мог. Все, что можно и нельзя, я уже реально был там обыскал. Ну ладно, все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока и до потом, ребят. Пойду я поищу эти все блоки и фильтры. Все, всем мур-мур.